медійну частину українського кризового медіа-центру. І розкажу відносно того, що відбувається зараз на, скажімо так, російському телебаченні, як і на українському телебаченні, і що ми робимо з цією ситуацією. Так як я дуже хочу, щоб мене почули люди з сходу України, я буду робити свою доповідь російською мовою, для того, щоб їм було більш зрозуміло, що відбувається. Понятно, что сейчас происходит информационная война в медиапространстве Украины и России. Агрессия не прекращается, она началась достаточно давно, не вдушаются российские СМИ не, даже просто простым монтированием сюжета. В принципе, это достаточно известные методы, их, мы видели их ранее из таких последних, вопиющих, на мой взгляд, это была попытка столкнуть армян всего мира, когда в городе Кисак, в Сирии, канал Life News российский, принадлежащий господину Ковальчуку, Банк России, против которого уже введены санкции, вдруг показал расстрел армян прямо вот в прямом эфире, как стреляют в голову людям, что вызвало, естественно, всплеск негодования армян по всему миру. Через несколько дней выступает мэр этого города и говорит, что этого никогда не происходило. Что этот сюжет не об армянах, не об армянском городе. Там, по-моему, было то ли Алеппо вообще, то ли Ирак. И никакого отношения к реальности эта ситуация не имеет. Вот. Аналогичные же провокации через российские каналы, которые, к сожалению, до сих пор транслируются незаконно на территории Украины, проводились в России и ранее. Если мы вспомним даже Грузию, вот я специально выписала себе описание грузинского конфликта Латыниной, Россия начала проводить широкомасштабное учение своих солдат на границе с Южной Осетией, да, что очень похоже. В то же время активно раздавала листовки, направленные против грузинских фашистов. Затем последовали добровольцы от России для отражения грузинской агрессии. Саакашвили просят прекратить использовать оружие против своего народа. И в результате начинается шквальный артиллерийский огонь по грузинским селам со стороны российских спецслужб, которые тут же в СМИ российских выдаются как стрельба грузинскими силами по южноосетинским селам. И потом говорится о том, что Россия вводит миротворцев. Они были убиты, 2000 осетин убиты, которых опять-таки никто никогда не видел. Вот, ну и, естественно, в дополнение шли о том, как они живут младенцев, бросают под трупы и так далее. Все очень-очень похоже. Вот за последние недели, несколько недель у нас было две таких аналогичных провокации в Одессе и в Мариуполе, когда, к сожалению, наши активисты не сразу же, а через несколько дней только начали выкладывать видео, фото, которые снимали их журналисты, их стримеры, в то время как Россия в тот же вечер или в тот же день начала монтировать свои сюжеты. Мы все прекрасно помним, да, что там происходило, когда была провокация сначала в городе, в той же Одессе, да, когда стреляли по проукраинскому митингу, когда они пришли потом на Куликово поле, вдруг загорелось изнутри здание, потом были найдены непонятно каким образом обгорелые трупы, да, там голова обгорела, на туловище одежда. Ну, то есть очень много вопросов. Явный провокационный вброс, потому что сразу же моментально шли прямые трансляции на российских каналах. Аналогичная история произошла с Мариуполем. Вот недавно на мариупольских сайтах появились объяснения с видео и с фотографиями, что же на самом деле происходило. Да, это была попытка расстрелять УВД и АТО в городе Мариуполе, глав АТО в городе Мариуполе, частично удавшиеся. К сожалению, погибли изначально. Погибали наши ребята с нашей стороны. Вот. Из последних, самых последних, это вот история про Краматорск, когда показывается сюжет на «Россия-1», если не ошибаюсь, это было позавчера или позапозавчера, показывается сюжет, где говорится, что расстреляли мирных жителей на «Россия-1», потом выясняется, что этот сюжет вообще снят в 2012 году в Кабардино-Балкарской республике. Ну, то есть просто даже смонтированные сюжеты. Также распространялась фотография про наехавший БТР на машину мирного жителя, которая оказалась фото взятое из Чечни 2008 года. И это происходит достаточно регулярно, постоянно, и мы должны быть к этому готовы. В принципе, к этому мы готовы наших активистов, наши пресс-центры в регионах. Также мы обращаемся к активистам вообще, или там, жителям Юго-Востока,
где в любом городе на самом деле может быть проведена эта операция, обычно знаком начала операции является появление большого количества российских журналистов, особенно из канала Life News, Россия-24, иногда Россия Today. Ну, Life News — это практически гарантированная готовящаяся информационная провокация. Что мы делаем сейчас, вообще что происходит с этой проблемой сейчас, как мы с ней пытаемся бороться? Прежде всего, еще с марта года я начала участвовать в помощи работы сегодняшнему нацсовету по телевидению и радиовещанию по анализу сюжетов российских каналов. Уже тогда, в принципе, это делалось не только в Украине, но даже в России. Вы можете посмотреть анализ этих сюжетов и у Макса Кавца, российского известного блогера. Можете посмотреть это на InfoResist, нас против, на StopFake, где выложены прямо анализ новостей, иногда даже пофразово, с информация о том, насколько эта фраза в новостях соответствует действительности. И что это является там подмена фактов, изменение смысла или просто пропаганда. Ну, чаще, когда становится горячей, конечно, мы видим просто откровенную подмену правды, смонтированные сюжеты откровенно. Вот. Итак, нам удалось тогда к концу марта получить запрет на временную трансляцию российских каналов. На прошлой неделе был апелляционный суд, где российские каналы пытались добиться их возвращения в кабельные сети всей Украине. Это не удалось, они проиграли этот суд, но это дело еще достаточно долгое. Особенно учитывая, что сейчас членов Нацсовета будут менять, мы будем за этим очень пристально следить и работать. Я позже расскажу, каким образом. Вторым нашим шагом было то, что мы мониторили сюжеты в радио и телевидении, особенно восточных регионов Украины. В национальных СМИ, наверное, к концу марта практически не осталось уже таких сепаратистских, откровенных, нарушающих закон сюжетов. Но на Востоке это было частым явлением. Нам в этом помогали наши активисты, мы передавали информацию в нужные места. К сожалению, потом начался военный, скажем так, военное вмешательство, или там террористическое вмешательство. И сейчас часть кабельных операторов вынуждена была вернуть, на Востоке я имею в виду, вынуждена была вернуть российский канал, потому что к ним просто приходили люди с автоматами. Вы можете прочитать это даже на сайте Воли кабель, где они описывают, как это, например, в их компании происходило в Краматорске. Также мы начали общаться с нашими службами военными, с МВД, о том, насколько важно в аналог не пускать, потому что что начали делать террористы-сепаратисты, они начали захватывать и трансляторы, и в аналог пускать российские телеканалы, которые даже не разрешены в кабеле на территории Украины, как вот тот же Life News. Вот, мы порекомендовали активно заниматься охраной, или там даже, если нужно, отбивать обратно эти ретрансляторы. И, в принципе, вот после этого произошло то, что наши опять вернули себе контроль над Карачуном. Сейчас, конечно, там по нему стреляют террористы каждую ночь практически из миномета. Там, по-моему, показывает только один национальный канал, но как минимум это украинский национальный телеканал. И то ли Интер, то ли 1+1, точнее не скажу. Кабельные операторы почти все места, где контролируют с сепаратистами, они почти все захвачены. Вот. Естественно, мы надеемся на наших военных, и в том числе на то, что, возможно, некие силы на Донбассе попытаются урегулировать этот конфликт. Что еще мы должны сделать? Да, еще, кроме этого, Украинский кризисный медиа-центр, он занимается просто социальной рекламой. «Единая Украина», если вы видели, 9 мая вот была кампания, сейчас запущена кампания «Голосуй 25 мая», которую нам удалось разместить даже на трассе Славянск, Мариуполь и в Донецке. Ну, будем надеяться, что ее полностью не смогут снять, и она провисит. Что еще мы считаем нужно делать и к чему мы готовимся, собственно говоря? То есть мы рекомендовали нашим властным структурам, в принципе, они уже начали это делать, почти при каждом министерстве, при штабе АТО начали появляться пресс-атташе, профессиональные, иногда даже из наших кадров кризис-медиа-центра, и эти люди работают, просто нужно общаться, немає бути тиші, нужно общаться каждый день, если нужно каждый час, если нужно каждую ночь с
населением, рассказывая о том, что происходит. Также, конечно же, мы пользуемся уже сейчас помощью местных активистов, но также нам нужна еще дополнительная помощь по освещению вот этих вот провокаций, потому что они непредсказуемо достаточно, где они начнут происходить. Не всегда у национальных каналов там есть свои стримеры, свои журналисты, но если, в принципе, нам вовремя сообщают, мы пытаемся туда через национальные каналы как-то скоординировать, сообщить им о том, что вот там уже что-то происходит, отправить вашего журналиста. И мы просим обращаться к нам, в кризис-медиа-центр, для того, чтобы мы могли это сделать. Также, конечно, если, например, нет никакого журналиста национальных каналов или региональных каналов, мы рекомендуем местным людям просто начинать вести трансляцию, начинать вести стрим. Причем желательно сразу же выдавать информацию в интернет, потому что, что первое делают террористы, они забирают оборудование. Поэтому очень важно, чтобы информация ушла. Если все-таки удалось снять это, там, видео, конечно, лучше всего, в крайнем случае фото, тут же, в тот же вечер, сразу же нужно уходить, после того, как закончилось острое там, противостояние, нужно уходить в безопасное место и начинать писать, ну, что происходило, собственно говоря. Вот те такие отчеты, или я не знаю, как описать, отчеты о происшедшем там, в Одессе и в Мариуполе, которые появились, к сожалению, на несколько дней позже, чем произошли события, по-хорошему они должны появляться в тот же вечер. Потому что российская пропаганда, она готова, ну, так как она сама и готовит, то она готова, соответственно, к этим провокациям, и она выдает это практически в тот же вечер в вечерних новостях, это все появляется в эфире. Нам нужно хотя бы пытаться успевать за ними в тот же вечер давать информацию о том, что же реально происходило. Как минимум тогда будут видны вот эти вот нестыковки, вот эти вот смонтированные сюжеты, которые, там, например, используются из других конфликтов, выдаются за украинские. Еще, конечно, желательно координироваться с нашими военными или с территориальной обороной, потому что они часто знают вот о тех же ночных обстрелах в Славянске, да, или там о каких-то вещах, о том, что происходило до того, как наши люди или мирные жители там появились возле этого там события. И с ними тоже нужно общаться. Вот. И ну, вплоть до того, что если нужен таким активистам бронежилет, мы готовы их через логистический центр купить и отправить туда, куда нужно, для того, чтобы люди могли это делать более-менее безопасно. Вот. И последнее, что мы сейчас делаем, учитывая достаточно сложную обстановку, то, что нужно постоянно держать руку на пульсе, работать, и то, что сейчас меняются 4 члена надсовета от парламентской квоты, мы решили подать мою кандидатуру, так как я работала последние 2 месяца плотно с надсоветом, там у нас есть благодарственные письма и так далее, с которыми они нас постоянно благодарили за нашу поддержку. И так как надсовет на самом деле полноценно не работал, большая часть его членов не ходила на работу просто для того, чтобы не было кворума, ну или неважно, по каким-то причинам они там не появлялись, мы решили выдвинуть человека от нас для того, чтобы он в этом мог участвовать напрямую и координировать эти все вопросы. Вот. В принципе, спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Задавайте. А вы только за российскими каналами следите? Мы следим за российскими и за украинскими каналами. А можно, есть были примеры фейков или каких-то информационных вбросов на украинских каналах? Я не думаю, что это были какие-то целенаправленные фейки, просто очень часто информация не поступает в полном объеме. Вот даже по ситуации в Одессе и в Мариуполе, она поступила в реальности, что происходило, через несколько дней только. Ну, это через сутки, по Одессе через сутки конкретно. Хотя я просила, я билась с этими активистами, просила в тот же вечер, пожалуйста, опубликуйте то, что происходит. Так что есть, конечно, мы не дорабатываем, но именно потому, что мы не знаем, когда и где что произойдет. Еще, вы по Одессе, по Мариуполю сказали очень хорошо, а по Красноармейску, вот, вообще информации никакой. Информация что, там, и там, кстати, были российские журналисты, канал да. «Дождь» и «Эхо Москвы». Да, по Красноармейску есть информация, мне кажется, это было у Днепропетровской АГА опубликовано, что это был не батальон «Днепр». То есть это были не их люди. Это российская провокация, скажем. Да, это была провокация, переодетые люди. Угу. Просто там нету такого вот явного, да, как в Краматорске, когда просто подставляется сюжет,
и его можно проверить в любой момент, посмотреть, что это старый сюжет 2012 года. А вот за британскими, там, европейскими каналами, СМИ, там тоже неоднозначно идет подача, насколько я знаю. Там идет та подача, которую им доносят, скажем так. Если они видят, что сутки после события есть только информация от российских СМИ, конечно, они ее берут. И тут тоже наша недоработка с местными, скажем так. Почему мы хотим сделать в каждом крупном городе пресс-центр, аналогичный вот кризис медиа-центру? Для того, чтобы люди могли быстро выдавать на гора информацию. То есть мы уже сделали это в Харькове, вот сейчас работаем для того, чтобы это произошло в других городах. Одесса начала сама достаточно неплохо работать, но уже, к сожалению, после того, как произошла провокация, хотя мы их предупреждали заранее, что может быть такая провокация, что они должны быть готовы, мы их приглашали там на наши тренинги. Но они тогда были на самом деле очень сильно заняты обороной. И, в принципе, я их понимаю, да, что люди не смогли приехать на наш тренинг, но, тем не менее, очень жаль, потому что если бы в тот же вечер была выдана информация с украинской стороны, все было бы более-менее однозначно и понятно. А когда ты уже находишься в ситуации, что тебе нужно оправдываться, это всегда, конечно, не очень хорошо. Нет, я немножко о другом. Скажем, канал Sky News, Independent. СМИ. Они давали из Славянска вот по поводу проведения так называемого референдума такие репортажи, которые не на пользу Украины. Это что, был заказ или что? Это авторские люди, которые там присутствуют. Да, да. Вы поймите, что тоже же специально работается над тем, чтобы была сделана картинка. То есть специально было уменьшено количество этих территориальных участков. Да. Естественно, на какие-то участки пришло слишком много людей. Не исключено, что были, во всяком случае, наши там активисты по Луганску-Донецку говорят о том, что там были даже сделаны какие-то специальные карусели. То есть мы видели много фотографий, видео, где просто пустые участки. И при этом тут же есть какие-то участки, на которых стоит очередь. Вот. И при этом говорится о том, что смогли проголосовать 70% населения. Мы прекрасно понимаем, что они физически не могли этого сделать, потому что там на город Мариуполь 4 участка. Да? То есть вы исключаете, что это им мог, там, условно говоря, «Газпром», «Кремль» заказать такие сюжеты? Ну, «Эхо Москвы» вообще-то принадлежит, если я не ошибаюсь, «Газпрому» на 3 Я Sky News и Independent. Тоже возможно, на них работает достаточно серьезное пиар-агентство. Вот, но опять-таки, знаю, я достаточно много лет проработала на английское агентство, и зная их принципы работы, они бы не выдали, вот они не дадут смонтированный сюжет, в отличие, например, от Live News, Россия 1, там, практически всех российских каналов. Они не дадут смонтированный сюжет, но подставить все так и разыграть все так, чтобы вот оно выглядело вот таким образом, это же, в принципе, контролируя военную составляющую, достаточно легко. Еще какие-то вопросы? Если нет вопросов, тогда большое спасибо за внимание.